Песни, пляски, хорошее настроение царили в Доме дружбы народов. Здесь собрались те, кто не стареет душой. В очередной раз для них устроили кичкоуиннар, что в переводе означает «вечерние посиделки». Сначала мы делали пробный, придут ли, не придут ли, как это вообще произойдет. Но очень много пришли бабушки и дедушки, они танцевали, народные песни пели. Мы сами очень были удивлены, нам очень понравилось. Как и положено на посиделках, все демонстрировали свои таланты. Для зрителей выступали Искандер Валеев, Ильхам Хисматуллин. А фольклорный ансамбль «Талир Танка» продемонстрировал татарскую народную игру «Восьмерку». Впервые вечерние посиделки прошли в новой форме. Организаторы пригласили местную писательницу Рамзию Валееву. Поэтесса прочитала свои стихи. Рушния Сибатова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.